Ребята, это вторая часть игры Final Fantasy VII Remake. Обилитесь? Так, давайте посмотрим. Что тут? Давай. Не так это. Давайте отдаем. Бум. Все. Тогда он заставит его прийти. What are you? 20 something? First. Huh? Soldier first class. Doesn't go into the 20s. The hell are you talking about? I mean your age, not your goddamn rank. Though for all I know. Блин, очень круто сделано, наушников круто. Объясню вам. Когда он говорит справа, я чувствую, что он говорит справа. Когда он там что-то происходит слева, я чувствую, что слева. Это очень круто, это не во всех играх далеко. Но вот в этой есть это, я прямо почувствовал, это реально круто. А вы пока, да, подпишитесь на канал и поставьте лайк, ребята. Все-таки Final Fantasy купили, играем. И хухры-мухры, и какую-то хуйню. Шедевр! Если вы не играли в Final Fantasy, сейчас скидки, так что есть шанс купить, ребят. Gotta set the bomb at the bottom. Также можете поиграть в демо-версию, которая тоже очень четкая и, собственно... Грубо говоря, это то же самое, что демоверсия вот сейчас идет. Тут как-то можно быстрее, да, упасть? Да, R2. Давно я не сохранялся, то есть в смысле даже давно ни разу я не сохранялся. Пустой слот, да. Кстати, очень круто сделано, что можно. Там, по-моему, раньше были, да, точки сохранения в седьмой части. Ну, естественно, если вы будете играть, да, через какой-нибудь там эмулятор, то вы сможете сохраниться в любом случае. Oh, you're choosing me over the reactor? That's sweet, but I'll wait my turn. Go blow her mind. Go on, shoo! Oh, you're choosing me over the reactor? That's sweet, but I'll wait my turn. Not that way. Down the ladder, dummy. Think you can stop me? Сейчас, наверное, будет босс, ребят. Don't overdo it. Вот. Блин. Маковато. А, мы можем, да? Файер. Лови. А, все, Барретт справился сам. Красавчик, чё. Красавец. You think if we fell in, we'd sink right down to the bottom, to the planet's core? Да можно не ходить, кстати. Как вы поняли, спрятано. Кстати, мешнички. Что, я могу разбегать? Казалось. Бутылочку эфира мы взяли. Эфир, кстати, очень нужная тема. У нас... Ну, это ВМП кончается, да, у Барретта. Как раз бы ему эфир бы и пригодился тут. Ну и собственно, ребята,
Давайте сделаем, действительно, и сделаем это. К первому боссу идем. Первый босс. Вы готовы? Сохранение, автосейв прошел. Кто не заметил, там сверху был. All right. Let's see if little Stamp really can bite the hand that feeds. Go on. Do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. That you're one of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Then do the damn job! Классик. Опять флешбэк. Типа Сефирот, отсылка к Сефироту. В этом эпизоде не будет, ну в смысле будет Сефирот как бы, ну имеется в виду в игре, но драться на стене не будет. What about the timer? Если они не поменяли. Давайте 20 минут. 30 минут. А, 30, да? 20 минут. 20 минут, я помню. Pretty cocky, ain't you? 20 минут достаточно. Пойдем в босс. You double crossing! Heads up! What in the hell? Если не ошибаюсь, в оригинале они вроде бы пили вот этот таймер, а потом уже дрались с боссом, а потом дали. Потом подсказывают магию, собственно, надо делать. Лучше сейчас забариться и фигачить, потому что с него быстрее копится молния. Keep it up. Красотища. Ну даже вот какой раз я третий раз это вижу. Скоро будет. A barrier? Never seen this defense system before. Thought you were the expert. So what's your brilliant plan, genius? There! Attack it from the rear! Aye, soldier boy! Show me what you got! It's my time to shine! Or go down in flames. Whoa, у нас там Клаус умирает. Облако, не умирай! I got this! Генератор там не был. No escape! Gotta heal up! Sorry. Guess it's my turn. Да, некоторые враги могут других ловить. Hell yeah, baby! Now's our chance. Give it everything you've got. Still? Все, ачивка получена. Give 'em hell. Hang back. Ну да, реально так быстро жизнь падает. Need to do something about these wounds. Кстати, там себя не надо подключить. Heal up and regroup. Нам наша облачка. О, на холодка ТБ, да? Любое действие, то есть. Не важно, что бы я сделал. Брейзер.
ты вообще кстати, не защищаешь? Ура! А, кстати, да, мы пробили. Молния, да? Эфир. Так, эфир, парень. Молния, забанил его. Есть пробили, да? Ах ты маленький затраник. Бежал ты вовремя. Оп-оп-оп-оп-оп, уклоняйся, уклоняйся. Bring it home. Don't just fight, adapt. О, да, лимит, отлично. Получай, лимит. Хорошо. Бум. Как это такое, а? Новая фаза его. Очень красиво, очень классно. Очень круто даже, блин. Я реально третий раз играю, но прям мурашки по коже идут. Я вот не вру, серьезно. Watch the tail. You don't want to be hit by that laser. Huh? So, what do we do? Don't get hit. Take cover behind that debris. Strike down before it fires again. Heads up! Tail laser! I see it! Then take cover already! Oh, я могу гранату сделать, да? О, бежим, бежим, бежим! Нет! Блин, я так Давай, это Б! Скала, копи! Давай, давай! Парит! В натуре ему может плотнее стал. Я прям нормально так подсливает. Вы увидите, что это происходит. Давай, хил. Спасибо. Don't overdo it. Incoming. Take cover. There really no other option. Want to get shot? Be my guest. You're up. I got it. Now, go. Опа! О, как мы его хорошо сейчас пробили. Привет. Давай. Море. Молния. О! Let's switch it up. Not good. Он прям нормально мне сносит, серьезно. Переходим на оперативный мод, давайте. Ооо, супер здорово! Как это такое? Лимит. Ой, лимит опять можно. Получай. Ооо.
последний синий берет. Oh, hey! What's it doing now? An auto repair unit. Damn it. We gotta take it out quick or we're screwed. Oh, I am way ahead of you, Merc. Still, gotta time our attacks just right. Hold out until you spot an opening. It's down. Rain hell on it. Yeah. Be quiet. Ты не захилишь, ты можешь все. Now's our chance to do some real damage. Yeah. Oh. Need a light. Yeah. Первый босс Скорпион повержен. Блин, это просто ген. Я тут кстати прям не. Довольно приличный по сложности, я сказал. Shit, the bomb! 20 minutes until detonation. Да. Запустил нам. Пошел. Блин, красота. Ха! You hear that? Damn thing showed you how it's done. Come on, we've gotta move. Ну, я походу понимаю, почему надо на харде играть второй раз. То есть, первый раз мы играем. Походу ничего нету, я думаю, вряд ли мы что-то упустим. Ну, посмотрел на всякий случай, но вроде ничего. Так. Очень крутая босс-битва, даже, грубо говоря, второй-третий раз. Ну, имеется в виду именно ремейка, я играю в эту босс-битву. Выглядит это божественно. О. Смотрите-ка. Там, видать, чтобы полегче было сделали. 20 минут вполне достаточно, чтобы туда забраться. Блин, промазал, да ладно. Nothing to it. Тут бежим, папа сначала прорванет. My hero. Hey, we'll link up over there. Look after Jesse. Come this way. This route should lead us straight to Barrett, probably. Тут очень мило сделали героиню Джесси. Но раньше она не была такой. По крайней мере, мы не знаем, как она была, потому что играть туда. Здесь она намного милее и более, мне кажется, значима. Ну и больше фраз добавили, это заметно. Shut up and climb. You're not helping. Sorry, it keeps me focused. I'll freak out if I don't talk. Have it your way. Там барин собирается, как вы видите. А вот и враги. There it! I've got you covered! Find us a way out of here! But then... Don't worry, I'll be fine. I've got Soldier Boy with me. X, Soldier Boy.
They're here! Take them down! We don't have time for this shit! The clock's ticking! Cooling. 5 seconds is all we need. About damn time! Let's go! The others are waiting. Gotta get the hell out of here ASAP. Даже не спрашивайте, я не помню, что это. По-моему, это то ли усиление. Сейчас подождите, посмотрим. Reduce damage taken and how you... О, да, типа, меньше урона я получаю. Прикольно. О, да ладно. You got this! No sword? Отсылка к каждой, после каждой битвы был вот такой вот музон, типа утром поедем. Кстати говоря, я знаю, что меня это не вовремя, но... А, тут можно по-быстрому делать. Ладно. Мне интересно другое, там инвентарь, что ли. Как их кастомизировать-то или пока нельзя это делать? Клауд нет. Энимия нет. Свой инвентарь. Клауд, допустим. Как ему типа новые вещи одевать? Ну, судя по всему, пока, наверное, нельзя, может быть. И пока вам это не нужно, да? Чем мы разберемся? Молния! Get your ass out of here! This is gonna sting! То есть кто-то остался? Oh yeah, another one in the bag. Сам себя вылечил. Хотел бы наоборот сделать, что он меня. Спасибо. Чёрненько. Всегда тут появляется новое, видите, хорошо. Shut up.
Я бегу, это редко переключается. По-моему, вот этот, да, его? Да. Помню, какой-то... Calling fire! Eat this! Don! Try now! You don't look so good. Take care of those guys before you bleed out. This might hurt. I won't give up. Let's do this. Let's do this. It's on you. Alright! Watch and learn! Shit! Suck it! Still? Why? Suck on this! See ya! No time to celebrate. Sure there is! Ну, собственно, как вы видите, мы смогли это сделать намного быстрее, пробежать назад. Ну да, 4-3-2-1, поехали. Ничего, что там было, блин, 13-е. Ну не, ладно, не суть. Просто угарненько это выглядит. Сэр. Взорвали как бы они были. Так. Слово. Странно, что лифт работает, да? Подумать реально странно. В такой ситуации лифт остался рабочим. Couldn't believe me, you'd be the first to know. I'll take that as a yes. Okay, that was pretty cool. All right, come on. Собственно, на этом кончилась демо-версия. Бум. Красота. Ну, понятно, да, куда грохали 90 гигов? Сонька там выжимает все соки. А теперь дождитесь, пока, короче, установится игра. Мы вам сохранили. Вот вам переиздали, короче. А вы теперь ждите, пока игра установится. Вот так вот. А нефиг играть, пока 90 гигов не скачалось. Ну, придется поиграть попозже. Пусть скачивается дальше. А с вами был Дейдар 2, а не один. Вы подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Это очень крутая игра. Я, естественно, запишу не одно видео с ней.